холодно. 25 января. Александр купается. Очень часто, кстати, мы его здесь видим. Вот такой вот смелый человек. Видите, как он плывет? Вот так. Хотя вода довольно-таки холодная. И вообще сегодня прохладно, ветер. Но он не боится. Ой, еще и с головой, можно сказать. Чайки смотрят на это все. Вот такая вот красота у нас.